сейчас, я сейчас заболел. Thank you.
Первому телевизионному столу приглашаются Зверев Максим, Мишатин Константин. Зверев Мишатин, стол номер один. Приветствую всех любителей бильярда. Здравствуйте. Скучали без комментатора или нет? Да неважно. Комментатор взял и вломился. Прямо посреди трансляции. Так, я понимаю, слышно хорошо, раз вы меня приветствуете в чате. Старосельский Илья приглашается к судейскому столу. Алексей спрашивает, Мария проиграла? Да, Анна Костылева взяла 4 партии подряду. Сильно прибавила после того, как взяла перерывчик в матче. И разобралась с более именитой соперницей. Но у нас 2-0, насколько я понимаю, или табло счета еще более врет? Подскажите. Володин Никита приглашается к судейскому столу. Угу, 2-1. Спасибо, обновили. Уточнили. Осьминин Владислав. 2-1 здесь, похоже, ненадолго. Позиция на 3-1. Сам такую позицию создал Иосиф Абрамов. Виктор Березовский пишет, что Абрамов забрал с 0-7. Да ничего себе. Шесть шаров. И классический, и классный выход. Гениально. А нет. Да-да, все правильно. Шесть было. Семь, и вот восьмой. Либо в угол, либо в середину. Бешеный темп. Иосиф Абрамов повел 3-1. Где искать интервью с Серым Волком? На моем YouTube-канале. Ко второму телевизионному заходите. Столу приглашаются. Гноевой Иван, ищет Левада Никита. Интервью с Евгением Коржевым. Гноевой Левада, стол номер 2. Зырянова Анастасия приглашается к судейскому столу. Артист! Я думал, так и оставит кий, но нет, подобрал. Ну что, Шагаев. Шагаев должен брать партию с кия.
7 шаров недостаточно. 6 тем более, 5 вообще не рассматриваю. Надо собирать 8. В который раз на ТВ-столе у нас Андрей. Жесть, конечно, штрафанулся. Ой-ой, но зато, посмотрите, какой молодец воспитанник бильярдной школы. Первый удар из Волжского. Признал ошибку. Просто уважаю таких парней. Соперник, может, и не заметил. Но Шагаев заметил. Алексей Ко пишет, что Абрамов с Ануфриевым недавно на молодежном чемпионате играли и мазали на кий. Иосиф выиграл. Первенство России имеете в виду, которое только-только завершилось здесь же, в Сургуте, на этих же столах? Абрамов отжал кий у Ануфриева? К седьмому столу приглашаются Саидгалиев, Артем, Старосельский, Илья. Саидгалиев, Старосельский, стол номер 7. К 13-му столу приглашаются Кузнецов Всеволод, Шафиров Владимир. Кузнецов Шафиров, 13-й стол. Безумный темп. Статистики нету, но я без статистики понимаю, что время стремится к нулю секунд за удар. Приглашаются Башкатов Евгений, Потапов Михаил. АРМ пишет свой список лучших мастеров русского бильярда. Я бы поспорил. Если это полный и окончательный, то я бы поспорил. Кого-то исключил, а кого-то добавил. Но это дело сугубо личное, конечно же. У серого волка кошка поймала белочку. Представил я себе эту ситуацию. Отличный шар. Одна партия – это поражение в матче. Шагаев наверняка об этом думает, но старается отмахнуться от подобных мыслей. Надо просто выходить и забивать. Делать свою работу. Очень плохо. Иосиф Абрамов сейчас через шар сыграет. Почти не сомневаюсь. Нет? Но почему же так просто? А, потому что с подбоем. Тогда ясно. И пошла атака. Как знать, наверное, даже заключительная в этом матче. Если скорость не сыграет злую шутку с Йоси. Он сильно спешит.
Вот уже и сравнялись. 3-3 по шарам в этой партии. Сильновато, если выводил на среднюю. Слишком мягко, на мой взгляд, постарался сейчас сыграть Иосиф. Дозировал силу. Мол, смотри, на каких я даже тихих ударах могу забивать чужие нарезки. Если бы сыграл под низ шара, то было бы, конечно, это был бы вин. Это был бы успех. Но сейчас пока еще чуть-чуть поиграем. И можно забежать вперед, скажу. Спойлер своеобразный. Когда завершим здесь... Наверное, завершим скоро, но поболеем еще за Шагаева, конечно. Я перейду на ТВ-стол номер 2. Надеюсь, вместе с вами там будет Никита Левада. Конечно, не сравнить первые матчи второго игрового дня на чемпионате России. Обстоятельные, очень основательно подходящие каждому удару девушки на первом ТВ-столе. Я после первой партии уже начал думать, что пора бы побриться. Уже борода отросла. А тут один раз моргнул и пропустил два шара. Да какой шара? Две партии. Ой, Иосиф, это непростительно. Нет, простительно. Вряд ли сыграет этот шар по борту Шагаев. Что продавит? Тяжело, ой, тяжело. Дас из фантастиш. Посмотрите, как вывел. Ну, мастер. Не понял я, что произошло.